дня. Сегодня мы находимся в нашем замечательном автоцентре Volkswagen, и в такой дружеской, музыкальной, конкурсной атмосфере проходит день открытых дверей. Мы долго шли к этому дню, стремились, приложили немало усилий, потратили много сил, и вот сегодня мы рады представить витебскому автолюбителю, витебскому покупателю и ценителю Volkswagen все модели Volkswagen, которые возможны для продажи в Республике Беларусь. Сегодня мы открываем первый в Беларуси концептуальный автоцентр Volkswagen. Я очень рад, что он открывается именно в Витебске. Для нас это большая гордость. К услугам наших гостей теперь шоурум на 8 машин, диалоговая приемка, гостевая стоянка. Мы ждем вас в автоцентре Амика. Всегда рады вас видеть. Приезжайте. Мы предлагаем при покупке скидку минус 1000 белорусских рублей на Volkswagen Polo и 2000 белорусских рублей на покупку при покупке Volkswagen Tiguan. В течение месяца у нас действует скидка, зимняя резина в подарок, приобретение Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan. Машина очень понравилась, необычно, непривычно. На самом деле это не машина, это космический корабль. К сожалению, я не мог смотреть все, что показывали, я следил за дорогой. Я как программист просто в восторге от этих технологий. Представляю, какое удовольствие, особенно с вот этим массажем, ехать по трассе. Volkswagen Touareg – абсолютно новый автомобиль. Современное веяние автомобилестроения направлено на то, что автомобиль способен построиться максимально под любого владельца, под любого пользователя. И вот эти два экрана, которые на первый взгляд создают определенное недоумение, впечатление чего-то сложного, на самом деле все очень интуитивно подобно, и любой пользователь современным телефоном сможет разобраться, все подстроить под себя. Начиная формы сидения, ширину сидения, высоту, режимы различные подстройки, массажа, в этом автомобиле настраивается абсолютно все. Желаем, чтобы вы, выбирая новый автомобиль, обязательно посетили наш красивый, современный и многофункциональный автоцентр. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.